Баку уже много лет является одной из джазовых столиц мира. Начиная с 30-х годов 20 века, в газетных статьях стали писать о том, что в бакинских ресторанах начали играть очень интересную музыку под непривычным названием джаз. Азербайджан подарил миру таких известных джазистов, как Тофик Ахмедов, Вагиф Мустафазаде, Рафик Бабаев, Шаин Новрасли, Раин Султанов, Азиза Мустафазаде, Тофик Джабаров и многих других. Каждый год в Баку проходят как международные джазовые фестивали, так и джазовые концерты. Tender eyes that shine, they will light my way tonight. I'll see you in my dreams. В этом году в Баку джазовый концерт впервые проходит под открытым небом. В парке центра Гейдара Алиева организован настоящий праздник джаза. Это первый за два года концерт после пандемии коронавируса. На концерте выступало большое количество иностранных звезд. Были исполнены композиции разных стилистических направлений джазовой музыки. Авангард, традиционная классика, этно-джаз, симфо-джаз и так далее. Жители и гости столицы имели возможность насладиться приятной живой музыкой. Это потрясающий концерт. Я в восторге. Музыканты так тонко чувствуют музыку. Мне очень нравится. Еще все это происходит под открытым небом, и это замечательно. Года, музыка, чудесный парк – все в совокупности делает это мероприятие неповторимым. На открытом воздухе, именно на джазовом фестивале, первый раз, и море эмоций. Очень круто, что на самом деле столько молодежи слушают такую музыку, поэтому все отлично. Это первый в моей жизни джазовый концерт. Никогда до этого я не слушал джазовую музыку. Мне очень понравилось. Вообще, путешествовать по Баку и открывать что-то новое для себя очень весело. Я в восторге. Джаз в Азербайджане не стоит на месте. Как и раньше, Баку сохраняет былую славу джазового центра. Появляются новые лица, направления, синтезы. Ежегодно в столице проводится множество джазовых концертов и фестивалей. Джаз – это музыка, которая непрерывно развивается и движется. Изобретательность, а также страсть, которая наполнена джазовой композицией, не имеет границ. Анастасия Панарина, Эмин Ахмедов, Фируз Рагимов, CBC.